Около 2 лет назад между администрацией Ахтубинского района и компанией «Русоль» было заключено партнерское соглашение, в результате которого в поселке Нижний Баскунчак должен был появиться новый детский сад. На дворе год 2022. Дошкольное учреждение уже готово, однако еще не введено в эксплуатацию. И на это есть ряд причин. Как поясняет глава муниципалитета Ольга Перунова, компании «Русоль» необходимо было обратиться в администрацию для заключения договора аренды земельного участка. Этот документ является основой для подключения детского сада к водо- и теплоснабжению, водоотведению и техническому присоединению к электроэнергии. Кроме того, в обязательствах компании было прописано, что на момент начала строительства она должна была предоставить на согласование проектно-сметную документацию, а также разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. К сожалению, данные документы не были оформлены своевременно. Со своей стороны, утверждает Ольга Перунова, администрация Ахтубинского района выполнила все необходимые обязательства. При заключении соглашения «Русоль» обязана предоставить администрации Ахтубинского района те документы, которые необходимы для получения лицензии. Именно они стали камнем преткновения для принятия детского сада. Проблема заключается в том, что даже при принятии детского сада использовать его по целевому назначению не получится, это будет незаконным в связи с отсутствием лицензии. Поскольку детский сад является модульным, районная администрация обратилась в Министерство образования Астраханской области с просьбой о разъяснении предоставления лицензии на движимое имущество. Нам пришел ответ, что мы можем оформить лицензию, если данный объект будет являться капитальным строительством. Только в этом случае дети смогут посещать детский сад. Ради благополучия юных жителей поселка Нижний Баскунчак районные власти готовы пойти по любому направлению, будь то движимое или недвижимое имущество. Самое главное, чтобы выбранный путь был в рамках закона. Мы надеемся на мирное разрешение данной ситуации, что «Русоль» пойдет нам навстречу и поможет оформить все документы для получения лицензии, и наши юные жители поселка Нижний Баскунчак войдут в распахнутые двери детского сада. Ксения Маслова, Юлия Баховская, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ.